Добрый день, дорогие друзья! С вами Некрос, и добро пожаловать в МК-11. Онлайн играем за Киберкану сегодня. Стиль навороченный, миксаперский стиль против Джокера. Так, давайте посмотрим. У Джокера какой-то новый костюмчик. Ага, это у него первый стиль. У нас тоже первый, кстати, турнирный. Миксаперский, я напоминаю. С командником, с усиленным оверхедом, который обладает крашингом, если противник блок ставит поздно. Я здесь, чтобы вступить в вашу веселенькую банду головорезов. Вступление только по приглашениям, дятел. Я получу свое приглашение прямо сейчас. Давайте начнем. А, аккуратно. Вот так, ага. Оп. Оверхед. Ага. Во, отлично. Усилили. Бамс. Бамс еще раз. Ух ты. Ага, низ. Все, ну мы прям миксапим его по-жесткому. Съел рептилию. Блок ставит. Оверхед хотел сделать. Вот такой. В смысле? Да хорош. Слушай, он мне своими поками не дает сделать нормальный прием. Во. В смысле? Опасно сейчас было. Так, мерси. Ага. Я хочу порталочку попробовать сделать со скелетом. Вот она, порталочка со скелетом. Противник выбирает другого персонажа, это Джонни Кейдж, и у него тоже преобладает красный цвет в костюме, я заметил. Так, в смысле, ты еще сейчас, ты кому сейчас это? Вот это вот. А, я понял, что он хочет. Тихо. Опа. Опасно. Много зонит очень. Так. Опа. Надо его ловить. Что? Ух, опасно. Ага, вниз четверочка. Вниз четверочка. Ага.
Пошла. Прошел. Здравствуйте. Это смерть. Да. Канна может проходить зонинги. Ну, вполне может. Не скорпион, но может, если постараться. Ему очень повезло, что я Геруса не взял, потому что Герусу плевать на зонинг. Вот вообще плевать. Опа! В смысле, тихо? Тихо. Опасно. Я все пытаюсь как-то это... раскрыть его защиту. Нормально. О, попался. Попался. Оп. Не вообще из угла выпускать нельзя. Сейчас назад три надо сделать. Тихо. Ага. Все. Дозвонился. До свидания. Следующий противник играет за
Скарлетт, и у нее такой смешанный стиль, там из третьего что-то, из второго, по-моему. Так. Аккуратнее. Ух ты! Что это за... Что это за это? Так, подожди. Она слишком много в блоке сидит. Так. А, сбил, смотри. Сбил, фейтал. Опа, а вот это... Вот это сейчас было очень вовремя. Может... Тихо. А, ну понятно, это же контратака была. Оп. Оп, оверхед. Нет, не оверхед. Низ тогда. Тогда низ. Еще. Опа. А. Еще оверхед. Держим дистанцию. И бруталочку. О! Так. Оверхед. А, смотри-ка, угадала. Хорош. Я только хотел... Хотел парирование сделать. О, ждал. А можно так. Через низ. Хотелось бы бруталочку сделать с парированием, но это непросто. Теперь дозваниваем. Давай телепорт. О. Двинулась. Так, оверхедик. Ой, точнее, не оверхедик, а лоу. Вот видишь? Вот она, бруталочка с парированием. Ну что ж, дорогие друзья, чистая победа. Всем спасибо за просмотр и всем пока.